Привет! Я рад, что ты попал на эту страницу и уверен, что это было не случайно. Поэтому перейду сразу к делу. Меня зовут Варченко Виталий, я вице-президент областной федерации тайского бокса и главный тренер клуба «Тайги». Этот видеокурс очень отличается от того, что я давал раньше. Я его сделал с целью уравновесить жесткость бойца и сделать это с помощью мягкости, гибкости и осознания себя, своего тела и дыхания. Это поможет восстановить здоровье мышц, суставов, спины, научиться правильно дышать, чувствовать свое тело, контролировать свои мысли и эмоции. Наши мышцы и сухожилия находятся постоянно в огромном напряжении. Это происходит из-за того, что мы все время сидим на работе, за компьютером, в машине, а особенно при занятиях спортом наше тело испытывает постоянное напряжение и перегрузки, которые со временем переходят в проблемы со здоровьем и, соответственно, в травмы и какие-то увечья. Благодаря элементам йоги и гимнастики мы делаем внутренний массаж мышц и сухожилий. Мы их сжимаем, растягиваем, массируя их как тесто, благодаря чему мышцы становятся более эластичными и подвижными, что благотворно влияет как на здоровье, так и на качество бойца. Также этот комплекс делает наши суставы более подвижными и гибкими, а это предотвращение травм и более свободное и легкое движение. Кроме этого, очень большой и важной пользой является то, что ты научишься контролировать свое дыхание и развивать внутреннюю силу, что очень важно для любого бойца, а также станешь более сконцентрированным и собранным, что для ринга, для боя, для спарринга просто необходимо. Все, что тебе нужно сделать, внести свое имя и адрес электронной почты в соответствующие поля, и уже сегодня ты можешь улучшить свое здоровье, тело и тренировки, и результат, который ты будешь получать от этих тренировок, во много раз. Удачи в тренировках, жду тебя в видеокурсе.